Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Сейчас представим вашему вниманию максимально легкую программу для склада. На нашем сайте есть разные варианты программ. Это простая версия для компаний, которые хотят вести только складской учет, без торговли, адресного хранения и прочих дополнительных функций. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные права могут быть настроены для кладовщика, руководителя организации и других сотрудников. Мы зайдем под ролью Main, что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Самый главный справочник программы – это сама номенклатура, то есть список всех ваших товаров. Для порядка все позиции здесь разделены на категории и подкатегории, которые вы сможете создавать сами. Сверху по каждому товару отображается общий остаток на всех складах, а снизу на специальной вкладке можно посмотреть количество товара на каждом складе, торговой точке или у подотчетных лиц. Товар вы можете легко искать, используя как ручной ввод названия или артикула, так и пользуясь сканером штрих-кодов. При этом, если у товара нет этикетки или вы хотите распечатать собственные, вы легко сможете сделать это прямо из программы. По каждому товару есть возможность сформировать карточку с информацией о всех поставках, перемещениях, списании и инвентаризации. Для добавления нового товара нажмем правой кнопкой мыши в любом месте и выберем «Добавить». Укажем категорию, название товара и единицы измерения. Если у вас нет артикула или штрих-кода, можно их не указывать. Для большей наглядности к товару можно прикрепить его изображение, загрузив из файла или сфотографировав веб-камерой. Количество регистрируемой в нашем складском программном обеспечении продукции не ограничено. Вы сможете быстро работать с тысячами наименований. Для учета всех складских перемещений зайдем в модуле «Склад. Товар». В этой вкладке отображаются все созданные накладные. Разобраться в них очень просто. Если заполнено поле «Со склада», с этого склада будут списаны товары. Если заполнено поле «На склад», на него поступит товар. Внизу по каждой накладной идет перечисление самой продукции, которая входит в выбранную накладную. Давайте добавим новое поступление. Для этого именно в верхней части окна нажмем правой кнопкой мышки и выберем команду «Добавить». В накладной заполним, на какой склад мы приходуем товары, и выберем поставщика из базы контрагентов. Так же, как товары, поставщиков можно искать по любым критериям. Создав накладную, давайте заполним ее состав продукцией. Во-первых, это можно сделать вручную, выбрав товар из номенклатуры по наименованию. Во-вторых, не забывайте про возможность просканировать штрих-код с этикетки требуемой упаковки. В-третьих, можно даже настроить импорт из файла формата Microsoft Excel, и тогда тысячи позиций будут загружаться за считанные секунды. Чтобы создать перемещение с одного склада на другой, просто заполним в создаваемой накладной оба поля и «Со склада», и «На склад». Тем самым мы покажем, откуда товар взяли и куда его переместили.
Здесь же можно сразу распечатать накладную, чтобы ее могли подписать ответственные работники. Как видите, все предельно просто. Модуль инвентаризации используется для сверки плана и факта наличия товаров. Отсюда можно без проблем распечатать ведомость с недосдачей или избытком. Саму инвентаризацию есть возможность проводить вручную или с использованием сканера штрих-кодов. Если вы хотите посмотреть все движение товаров за определенный период, зайдите в блок аналитики. У вас появится возможность указать нужный период, а при необходимости еще и выбрать определенный склад или группу товаров. В сформированном отчете будет показано наличие товаров на начало периода, на конец периода, а также весь приход и расход. Если вас интересует не только количество, откроем перечень остатков товаров вместе с суммами. А специальный отчет «Заканчивается» поможет контролировать критически низкие остатки товаров и вовремя закупать ту продукцию, которая подходит к концу. Мы показали вам лишь небольшую часть из всех имеющихся возможностей. Если вы еще и продаете свой товар, посмотрите на сайте usu.kz другие видео, чтобы увидеть еще больше интересных возможностей. Мы работаем с организациями по всему миру, от малого бизнеса до крупного. Звоните или пишите, узнайте, как мы можем автоматизировать именно вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.